Это жестко, жестко, жестко. Очень жестко. Гиперпоп нас глич какой-то дикий. Скоростной разъеб ждет. Что это такое? Четвертый трек от Уланса в 2021 году выполнен все так же знаком для него. В знакомом для его слушателей дрил жанре. Вот и сравним, кстати, да, интересно. В песне упоминается город Париж, как и кадры этого города в клипе на эту же песню. Незамысловатый текст заставляет переслушивать снова и снова, что уже стало обыденностью, ведь Уланс умеет надолго заседать головы своих слушателей своими яркими строчками. Впервые трек клипа на песне был на передаче Телеграм на официальном YouTube-канале, и вскоре был удален с YouTube. Окей, окей. Фэбиент и Forsberg Beats. Forsberg Beats. Окей. Все-таки это будет дрил, да, все-таки это будет дрил, UK дрил, да. Сейчас сначала, как всегда, мы слушаем сначала трек, потом смотрим клип. Да, такой план. Такой план, такой план, такой план. Сравним отлично, у нас сегодня две новинки, конец 21 года, две новинки у нас и дрила, поэтому посмотрим, что это. 1.31, погнали. Трек называется «Матильда», Lil Crystal. Слушаем внимательно, что это такое. Я делаю мув, Париж, насыпь на Эвен сумки, лови, улучшать меня. Я делаю мув, Париж, насыпь простана, Эвен сумки, лови, улучшать меня. Я хай сегодня, purple, таблетка занутри створила скола, sorry, yeah. Я работаю много, как в алкоголе, я взял под контроль, считаю калорий, я набираю вес, я на ладони, модельная внешность, использую, сука, тесты. Использую, сука, для перевозки текста. Бомба. Они шьют эти лак, как бейсла, перчик. Обла. Стрёмно, стрёмно, эго, стрёмно. Париж, нас их простана. В этой сумке вьём. Удовлетворяет меня. Окей. Париж. Ещё это напоминание есть, да? Отсылочка. Вьём. Удовлетворяет меня. Я делаю мув. Париж. Нас их простана. Трэп. Сумки в ён, удовлетворяет меня. Делаю мув, Париж, на своих простанах. Трэф в этой сумке в ён, Эвен, проводящик, что ли, бро? Удовлетворяет меня. Респект. Здесь очень интересный получается момент с двойным текстом, с двойным смыслом, да? Они шьют эти дела, как Players Club мерчик. Обла. То есть, как будто бы он Облу упоминает, что шьют эти дела. А потом говорит, стрёмно, стрёмно, ай, как стрёмно. И по факту можно подумать, что стрёмно, стрёмно это относится к тем, кто шьют эти дела. Либо же стрёмно, стрёмно, ой, как стрёмно к Players Club мерчику Облы, который стрёмный, 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 вот как говорит Lil Crystal, и к этим тоже. То есть здесь двойной смысл, что именно имеет в виду артист, я не совсем понимаю, можно понять по-разному. Можно понять, что здесь просто привет он передает Обле, а стрёмно-стрёмно говорит только в эту сторону. Вот, возможно, так. Возможно, стрёмно-стрёмно и то, и другое. Вот я контекстом в данном случае, к сожалению, не обладаю. Не обладает, да, я не обладает в данном случае, поэтому я не знаю, что это стрёмно. Это только это стрёмно или всё стрёмно, не знаю. Вот так. Слушаем, соответственно, Клипчанский. Слушаем Клипчанский. Смотрим, в первую очередь, конечно же. Lil Crystal, Матильда, Клипчанский. Я делаю мув, Париж, нас их простана, Эвен сумки, лови, улучшать меня. Я делаю мув, Париж, нас их простана, Эвен сумки, лови, улучшать меня. Я хай сегодня, purple, таблетка занутри створила скола, sorry, yeah. Я работаю много, как в алкоголик, я взял под контроль, считаю калорий, я набираю вес, я на тоне, модельная внешность, использую, сука, тесты. Использую, сука, для перевозки текста. Бомба. Они шьют эти лак, как бейсклаперчик. Обла. Стрёмно, стрёмно, эго, стрёмно.
Париже. Окей, окей. На своих простанах. В этой сумке только страницы. Использую сук для перевозки текста. Бомба. Они шьют эти лаки, как Тесла, перчик. Бабло. Стремно, стремно, эго стремно. Париже. Ну, из этого и вероятно, что это обли привет, а стрёмно те, кто шьёт дела, да. На своих простанах, в этой сумке вьён, удовлетворяет меня. Париж, на своих простанах, вьён, удовлетворяет меня. Я делаю мув, Париж, уи, на своих простанах, в этой сумке вьён, удовлетворяет меня. Делаю мув, Париж, уи, на своих простанах, в этой сумке вьён, удовлетворяет меня. Ну, здесь еще более простой прямолинейный клип, не, бит, прошу прощения, да, с точки зрения UK Drill. Вот, но с клипом смотрится интереснее, да, однозначно, однозначно с клипом смотрится интереснее, и клип добавляет атмосферы. И как бы можно, в принципе, тут не рассказывать о том, что типа, ну, вот, мол, типа, о чем он поет, там, что за говно в тексте. Он поет о том, что происходит реально. Вот, вот у него, вот он там ходит, и в его Prada штанах, типа, там, и в сумке Луи, там, Эвиан, и все такое, типа, ну. Просто поет о том, что происходит в его жизни. С точки зрения трушности, по-моему, это максимально обоснованно. Таблетка занутри створила сколы. Sorry, я работаю много, как воркоголик. Я взял под контроль, считаю калорий. Я набираю вес, я на Антоне. Модельная внешность, использую, сука, тесты. Использую, сука, для перевозки текста. Бомба. Они шьют эти лаки, как Тесла, перчик. Бабло. Стремно, стремно, эго стремно. Париж, на своих простанах. Сумки вьон, удовлетворяет меня. Париж, на своих простанах. Вьон, удовлетворяет меня. Я делаю мув, Париж, уи, на своих простанах. Тут Эвиан или Вивьен? По тексту. В этой сумке вьон, удовлетворяет меня. Делаю мув, Париж, уи, на своих простанах. В этой сумке вьон, удовлетворяет меня. Что артист сказал о треке «Остаюсь верен себе». Ну, в принципе, да. Остается верен себе. С точки зрения трека, трек облы посильнее. Они разные, конечно, сильно разные. Разный флоу. Вот этот флоу ближе можно сравнивать с тем же Будды, допустим, в некоторых треках. Ну, если мы говорим про русскоязычный, как бы Drill, да, у нас есть несколько игроков, которые прям так активно делают. Действительно западающий припев. Действительно западающий припев. Мало. Простовато, мало. По вайбу, мне кажется, он немного не додавливает до этого бита. Хотя в куплетах имеется в виду. В припеве очень прикольно делает он. На Эвиан сумке Луи, удовлетворяет меня, я делаю мув, Париж, уи, на своих простанах. Кстати, вот то, что я говорил по поводу облы, абсолютно можно смело, легко, один к одному экстраполировать и клип Кристалл, который делает UK Drill. Мои излишние придирки к этим ребятам исключительно основываются на том, что я являюсь почитателем этой музыки. Только за счет этого я вижу, возможно, я вижу больше, чем у кого-то другого, где-то в других местах. Вот. Поэтому здесь, наверное, та же самая история.
сам лайф. Улучшает меня, я хай сегодня purple. Таблетка за внутри створилась скола. Sorry, я работаю много, как воркоголик. Я взял под контроль, считаю калорий. Я набираю вес, я на тоне. Модельная внешность использую, сука, тесты. Использую, сука, для перевозки текста. Бомба. Они щут эти лак, как бейс-клапетчик. Обла. Стрёмно, стрёмно, эго стрёмно. Париж, нас их простана. В этой сумке вьём. Удовлетворяет меня. Париж, нас их простана. Бридж очень хороший. Вьём. Удовлетворяет меня. Я делаю мув. Париж, уи. Нас их простана. Трэп. В этой сумке вьем, удовлетворяет меня. Делаю мув в Париже, oui. На своих простанах. В этой сумке вьем, удовлетворяет меня. Экстраполировать — это значит переносить. Ну, то есть, ты, допустим, говоришь, у меня там взгляд на это вот такой-то, и его можно экстраполировать на другой какой-то твой взгляд. То есть, будет то же самое, например. То есть, экстраполяция — это перенос какой определенной формации на другую структуру с сохранением изначального образа этого, этой формации. То есть взгляд какой-то или отношение к чему-то. Экстраполяция — это перенос. И перенос с возможностью смотреть под такой же призмой, под таким же углом, в той же парадигме. Да? Пум-пум-пум. Давайте оценим. Мне понравился здесь припевчик. И понравился бридж. Отлично сделан. Трючок коротенький. С другой стороны, учитывая первый куплет, я думаю, что вторым бы он передушнил. Поэтому спасибо за четкое понимание того, вот как оно должно быть все-таки. Да, я думаю, что хрон правильный. Учитывая, что первый куплет не особо-то заехал, я думаю, что второй вообще бы, ну, передушнил дико просто. Дико передушнил бы, дико. Улучшает меня, я делаю мув. Париж, уи, на своих простанах. Эвиан сумки, лой. Улучшает меня, я хай сегодня. Purple. Таблетка за внутри створилась скола. Sorry, Я работаю много, как воркоголик. Я взял под контроль, считаю калорий. Я набираю вес, я на тоне. Модельная внешность, использую, сука, тестер. Использую, сука, для перевозки текста. Бомба. Они щут эти лак, как бейс-клапетчик. Обла. Стрёмно, стрёмно, эго стрёмно. Париж, на своих простанах. В этой сумке вьём. Удовлетворяет меня. Париж, на своих простанах. Эвьян, удовлетворяет меня. Я делаю мув в Париже, oui. На своих простанах. В этой сумке Эвьян, удовлетворяет меня. Делаю мув в Париже, oui. На своих простанах. В этой сумке Эвьян, удовлетворяет меня. Я не знаю, за что тут срезать еще. Добавлять. Улучшает меня, я хай сегодня. Purple. Таблетка за внутри створилась скола. Sorry, Я работаю много, как воркоголик. Я взял под контроль, считаю калорий. Я набираю вес, я на тоне. Да нечего за текст срезать, прикольно он говорит. Он и в куплете прикольно сказал по тексту. Нет, нет там срезов. И вот Облу упомянул, да? Что, Облу лучше неймдропинг, что ли? Нет. По ритмике здесь не передушнил. Тут вообще, на самом деле, за ритмику можно еще и больше поставить. Вообще, здесь за ритмику, учитывая бридж, учитывая правильное понимание, здесь за ритмику можно еще и больше поставить. Потому что тут, типа, ну, хоть кажется, что коротко, но все по делу. Бридж по теме, припевы по теме, куплет не передушнил он, хоть он мне не особо зашел по исполнению. Но вот с каждым переслушиванием этот трек все лучше и лучше ложится. Тут структура прикольная, хоть и все коротко, но очень, очень, очень грамотно все сделано.
Просто на Эвен сумке Луи Улучшает меня, я делаю мув Париж, уи На своих просто на Эвен сумке Луи Улучшает меня, я Харизма 9 есть. А, харизма 9. Смотри, какая ситуация. Тут индивидуальность, короче, проседает на самом деле. Харизма тут есть, он хорошо делает. Он хорошо делает. Тут проседает индивидуальность. Типа, я не знаю, узнал бы я его здесь или нет. Ну, наверное, да, ну, потому что... Ну, типа, мало кто делает, сейчас мало кто делает EK Drill особенно. Ну, вот так вот спокойно рассказывает, расскажет спокойно, расскажет. Не знаю. Обу тоже 71 балл, да? Если, короче, Обу 71 балл и у Кристалла 71 балл, значит, в конце месяца вы будете решать, какой трек вам зашел больше. Это будет прикольное сопоставление, кстати. Вот вы и решите, наверное, да. Вы, наверное, и решите это. И у Моргена 71. Бля. Рофель. Окей. Три трека подряд 71. Окей.